Люка, ну ты цветок, который ты перевез. Эй, что ты делаешь? Давай, приезжай сюда, посмотри на цветок. Ой, красивый такой. Цветок одна за другой. Посмотри, какой цветок, Люка. А здесь еще два бутона. Три будут. Один уже расцвел, а два еще готовятся. Не причесалась сегодня у тебя прическа? Я не причесалась, я стала вот с такой прической. Какое сегодня число, бабушка, ты знаешь? 13. Точно? Понедельник? Понедельник, 13 число. А какой год? Какой год? Год 15. Сегодня 13 июля, 15 год. 2015 год. Китайская роза расцвела красиво, которую Алёша перенёс на балкон. С комнаты на балкон. Красивая. А покажи еще бутончики. Где еще есть бутончики? А вот бутончики. Два еще. Еще два бутончика. Этот расцвел, а здесь еще два. А где еще другие? А здесь еще ниже вот цветет. Покажи. Вот. Красивый цветок. Хорошо пахнет. Китайцы там много по Сан-Франциско. Вот это китайский цветок. А сколько тебе лет, бабушка? 13 число не говорится. Все, я пошла. Я пошла причесаться и завтракать. И надо помолиться Богу. Помылась, причешусь и помолюсь Богу, а потом пойду завтракать. Такой у меня режим дня. А вот вы не молитесь. Иконочки оставила в своей комнате? Надо молиться каждое утро. Спасибо, Боженька, что дал мне здоровье, я встала здоровенькой. Это ты сюда воткнула, который ветер поломал. Каким чемоданом? Смотри сюда. Чемоданом ходила. Сейчас посмотрю в Сонике. Что значит чемодан? Еще с кем-то чемоданом. Против пошли, там кого-то снимать, все пошла.